МВД предупреждает. Это мошенники. Преступники изобретают все новые способы обмана. Теперь они представляются своим жертвам работниками компаний сотовой связи. Как они действуют? Вам поступает звонок. Неизвестный от имени компании сотовой связи утверждает: поступила заявка на смену мобильного оператора вашего телефонного номера. «Как так?» – удивляетесь вы. «Я никаких заявок не оставлял!» «Не волнуйтесь!» – спешит успокоить вас аферист. «Мы поможем обеспечить безопасность вашего номера. Для этого нужно сменить пароль в личном кабинете. Сейчас вам придет СМС с кодом сброса, продиктуйте его, и все будет в порядке». Запомните, это мошенники. Их цель – получить доступ к данным вашего телефона. А значит, и к личным кабинетам онлайн-банков, портала госуслуг и других сервисов. Важно знать, настоящие представители телеком-компаний звонят только со специального короткого номера. Они никогда не просят продиктовать СМС-коды или переслать персональные данные на другие номера. Будьте бдительны. Если же вы поддались на уговоры и мошенники получили доступ к вашему телефону, немедленно свяжитесь со службой поддержки вашего оператора и сообщите о случившемся. Не дайте себя обмануть. МВД предупреждает. Это мошенники. Продолжение следует.